Друзья, всем добрый вечер. Находимся в лесу, наконец-то. Квадроцикл стоял в разборе, сломанный. Последний раз меня как притащили из леса, так и вот он в разборе стоял месяц, наверное. Ну вот, сегодня я его сделал, наконец-то, и поехал сразу же в лес. По лесу соскучился, давно не был. Взяли с собой две фотоловушки, сейчас куда-то установим. Вот, поставим, будем ездить, проверять, ждать. На дворе у нас осень, уже конец октября. Поэтому на улице уже как бы прохладненько так. Ну, в общем, едем и устанавливаем. Все покажу. Всем приятного просмотра. Ну, друзья, одна фотоловушка стоит. Вот так. Фотоловушка номер 2. Средняя. Вот, друзья, я валил осинку. В прошлый раз она вся обглоданная. Вон вообще и та вся осина длинная обглоданная. Я ее просто перевернул сейчас. И вот так вот. Ну и вот фотоловушечка стоит. Это мы поставили на лосей. Ну все, будем теперь ждать. Приедем дня через 2-3 сюда. Ну, друзья, всем добрый день. Представляю вашему вниманию кадры из леса. Вот что наснимали. Тут козлик небольшой попал. Такой в первом кадре. Кушает, что-то ходит, собирает. Вот. А так основные кадры тут лось. Лосиха, наверное, не знаю, такая некрупная. Вот она. Показалось, кадры получились отличные. Вообще установил фотоловушку очень удачно, то есть зверь очень близко, фотоловушка его сняла очень удачно. Он кушает. Осинка, про которую я говорил, она обглоданная была, я ее перевернул, и вот они ее начали кушать снова. Вот он ее скоблит. Видимо, им очень нравится эта осиновая кора. Он ее обгладывает. Видите, как старается. Все очень хорошо видно. Дела идут потихоньку. Осинку скоблит, чистит, можно так сказать. Шел дождик, лосик мокренький, такой, мне кажется, это лосиха. Я, конечно, ничего не понимаю в этом, но, по-моему, это лосиха. Забегу вперед. Следующие кадры там отсняла фотоловушку. Фотоловушка, мне кажется, по размерам такой же был, но с лосенком, но с маленьким, с сигалеткой. Ну вот, стоит, смотрит, что-то тревожит ее. Слышат они, кстати, очень хорошо, у них большие уши. Она, если какая-то тревога, то она начинает сразу, голову поднимает, ушами шевелит, очень прислушивается. То есть слух у них отменный. Ест. Животное очень крупное. Мечтаю заснять крупного лося с рогами, с большими такими бы, но пока не удается. Мечтаю заснять волка, тоже не удается пока. Пока только кабанчики, лоси и козлики, пока больше ничего не получается. Ну,
вот начинается последний кадр. Значит, вот все, что эта ловушка на тот момент записала, я показал. Сейчас будет немного комментариев еще. Ну, в общем, как-то вот так. Друзья, всем добрый вечер. Вот у нас прошло 4 дня. Едем менять флешки в фотоловушках. Это поставил я фотоловушки в пятницу. Это у нас суббота, воскресенье, понедельник, вторник. 4 дня фотоловушки простояли. Надеюсь, что у нас что-то попало. Сейчас флешки поменяем и домой. Потому что погода у нас такая не очень-то хорошая. Идет дождь. Поэтому всем приятного просмотра, друзья. Вот, друзья, проверил фотоловушки. Одна фотоловушка вообще ничего не записала. Одна фотоловушка маленько записала. И одна фотоловушка полностью, флешка забита. Но я так думаю, там пустых работок, наверное, много. Ну, домой приедем, увидим. В общем-то, все посмотрим, все смонтирую, все вам покажу. Ну и что, смотрим канал. Подписываемся на канал. Всем удачи и пока. С вами был канал Мастера и Рыболовы.